Второй день недели российского ритейла. Мы разговариваем с нашими гостями. Евгений, расскажите, что вы тут делаете, какие цели у вас на этом форуме? Я пытаюсь понять, вообще сделать некий такой срез рынка, срез ритейла, кто куда двигается, кто чем интересуется, кто на какой стадии цифровизации, технологичности и так далее, потому что мне как раз это сейчас интересно, я развиваю это в компании. Вот. Ищу хорошие инновационные решения. Здесь сразу можно посмотреть такая хорошая большая аллея стартапов, и не только стартапов технологических, хороших уже таких масштабируемых решений. Вот. Знакомлюсь, смотрю, что могло бы нам быть применимо, полезно и так далее. Хороший нетворкинг, с коллегами много встречаюсь, очень много знакомых хороших. Так, хорошо провожу время на самом деле. А скажите, что более ценно, деловая программа или экспозона на, вот, в рамках недели, или что нужно усиливать? Здесь я думаю, что в этом году как-то пошел перекос чуть-чуть именно в технологические решения, чем в деловую программу. Так получилось, что я тоже немножко участвовал в составлении этой программы. Завтра я буду вести сессию, потом сам участвовать как спикер. Вот. И хотелось бы больше конкретных примеров, хотелось бы больше откровенности, наверное, от коллег. В принципе, с другой стороны, я их тоже понимаю, потому что здесь очень много их конкурентов, и никто не готов прям сразу, особенно в цифрах, рассказывать. Но зато можно потом кого-нибудь утащить в кулуары и спросить, какой экономический эффект это было дано, какое-то решение внедрения и так далее. Так что этим тоже очень интересно, полезно. Спасибо большое. Вот такие мнения звучат на неделе российского ритейла. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.